Hey, okay, сегодня же мы продолжаем родить группу под названием The Binding of Isaac Attributes Plus. И сегодня у нас мод под названием Джаски и Crazy Diamond. Или Джасик. Блин, я помню только Джорджи, все. Джусик. Ну это, блин, третий, кажется, да, сезон. Ладно, Джо, поехали. Джасик. Пойдем на харде с вами. Посмотрим вообще, как что из себя представляет данный мод. Ну типа. Ну давайте. У него мало хп. Стэн довольно медленно заряжается, но может быть он ваншотит. Серьезно, здесь вообще отсутствие любых предметов? Ух ты ж, ё-моё. Вот это плохо. Потому что... Хотя магазины есть. Что это? Что это за кусок мяса? Что это за кусок мяса? Может, это новый стенд? Походу это какой-то баг. Опа, мне это нужно забрать. Это мне нужно. Да, урона мне бы не помешало. Ай-яй. О, бомба. Плюс сердце. Так, нужно зарядить, короче, атаку. Чё? Мой этот так мало наносит. Типа мод прикольный, я не отрицаю. Но как-то мой приятель слабо атакует. Мой стенд слаб. Блин, нужно было посмотреть. Ну и после битвы, знаете, у нас такая кровь уже идет. Он муху отпинал. А он отпинал. Так, плюс еще бомба. Не понял. Это как понимать? Серьезно? Окей. Все-таки за комната есть. Мне шарил ролить. Но только так получается. Почему я их в мясо превращаю? И почему мне не дают ключи? Может, так и задумывалось, типа... Что мне ключи не дают?
Не дают только бомбы. Мне дают только бомбы. Великолепно. Но он хотя бы может сразу двоих атаковать. Чтобы не бегал за мной. Да ладно. Ого. То есть чемпионские версии я могу приручать. Блин. Прикольно. Только видите, что Рилли, типа... Этот есть? Золотая комната. А вот ключа нету. Моего приятеля убили. Он отпрыгивает, он не дает мне ничего сделать. Там ты надоел. Ай. Какая пизда урона. Не очень так. Не очень, не очень. Ай. Демоненок, можешь дать мне сердце, пожалуйста? Серьезно? Ни хрена себе. Ха-ха-ха. Вот это классно. Ладно. Я понимаю, насколько я сейчас могу обосраться по... бою. Именно взрываясь сам на этих мозгах. Ну, здесь без вариантов. Ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то я не додумался так сильно. Минус все сердечки. Интересно, можно какую-то приручить? Да ладно, и ключи падают. Что за бред? Ладно, оставим на золотую комнату, которую, конечно же, проебал. У меня такое чувство, что мне лучше сейчас зареролить. Ну, типа, сделаю так. Потому что, ладно, так уж и быть. Да, есть золотые комнаты. Круто. Круто, круто, круто. Просто мне нужен урон, вы видите, он еле убивает кокульки. Не, изначально думал, что тут вообще нету этих. Оказывается, есть. Золотые комнаты. Но они, оказывается, есть. И почему мне только 10 монеток? Vision. X-Vision. Даже так, а ну-ка. Классно. И сразу с дерьма начинаем.
все дерьмом, все дерьмом, все дерьмом. Вот это нормально. Вот с этим, ладно, можно поиграть. Это, считайте, нам дали плюс 3 урона. Как он летает. Замечу, что я могу при этом двигаться. Мой тролль был, да? Бам. Воу. Да хорошо, что у меня там еще пол сердца есть. Не, могу, конечно, зайти и пополнить фул сердце, но смысл. Ах, сука, теперь мне динамит нужен. Не-не-не, ключи оставлю. Ключик я оставлю. Два ключа. Так сильно заставляете меня открыть этот сундук. Ой-ой, стенд не попал. Ё-моё. Мне всё-таки нужно бегать. Давай. Ну да, теперь точно нужно сбегать. А чё я туплю? Это ж это, Дегас, стой. Он же, если не ошибаюсь, сломает все камни. Ну ладно, я все равно плюсик, потому что я получил костяное сердце. А нет. Значит, то какой-то другой. Турметик. Ну, руна нет, беру. Плюс хп, плюс дамаг. Теперь у нас 7 дамага. Я опять забыл посмотреть. Плюс бомба, плюс... Ага, хорошо. Хорошо. Интересно, он может огонь тушить? Еще ключ. Давайте, наверное, сплин. Я не знаю, мне золотая кнопка тоже нужна. В приоре. Ух ты ж, ё-моё. Теперь у нас и дамаг есть. А значит, золотая комната ниже. У нас как раз два ключа. Хорошо.
бомба. Очень хорошо. Ну, возьмем маску. Так, я знаю, где может быть, в принципе, секретка, но я не хочу рисковать. Ну, вот здесь становись справа. Ну, по идее, скорее всего, она там. Так, есть магазин. Нет, не хочу. Ложка. Скорость вернули. Опять ты, Джаски, немного изменился. А почему теперь этого разорвало? Я хотел себе чертика сделать. Или там шансом. Обидно. Блять, Excel, я просрал, ребят. Одну халяву. Либо райскую, либо адскую комнату я просрал. Я тупанул, я мог ключ еще получить. Ладно, можно уже выйти спать, ложиться. Ух, уже 2 часа ночи. Уже 2 часа ночи. А мы играем Джоджо. Не, у меня то, что они. Так, я могу уже 2 предмета купить. Хочу. Две золотые сразу. Так, больше карт. Классно. Ладно, это более-менее. Хотя это без халявной динамит, считайте. О, найс. Маска сработала. Плюс еще хп. Б, в смысле там ключ. А, точно. Точно, точно, точно. Вспомнил. Ох, ты ж ё-моё. Теперь это моя муха. Suicide муха. Ладно, на босса заюзаю. Главное, что мне срабатывает. Что мне сработает. Моя муха умерла. Из-за вас моя муха умерла. О, найс. Теперь за меня такая будет. Ай-яй-яй. Так, играли на автомат Фортуна.
Магазин. Всего лишь один магазин. Давайте я взорву его. Мне еще и повезло. Мне еще повезло, но мне уже нету этих ключей. Но у меня нету ключей. Блин, я хочу себе вот такую воронку. О, плюс ключ. Ну, навряд ли я выбью, конечно, да. Бокс. Два бокса впереди меня ждут. Блин, если бы у меня сейчас слезы были спектрально, вообще была тема. Ай-яй. О, плюс сердце. Ну, здесь понятно, что выгонить. Либо хп. Хп. Так, стоять. Комнаты нашел. Магазин нашел. Все. Можно идти. Ну понятно, мы уже тут тоже выиграли, потому что у меня уже урона много. Ой, вот это вот немного плоховато. Так, вам батарейки. Окей, окей, окей. Так, так. Teleport to items room. Ага. 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 Блин, тут ключи нужны. Банка с мухами. Скидка. Ну это деп. Это уже деп. Это уже деп. Чтобы не было проклятий. Угу, готово. У меня что-то кукла не наполняется. Так, сердечко, плюс ключ. Плюс тупик. Влево тогда. О, стоит там плюс дамаг. А знаете, как будто у Джуджи, я не знаю. Перо в голове. Он хотя бы и выглядит сам по себе странно. Ну и на сейчас как выглядит. Сережка. В голове что-то блестит.
аура вокруг самого него. Нет. Ради часов не хочу. Ради часов не хочу. Ну, так хотя бы нормально. Плюс два предмета уже. Плюс два предмета. Плюс три предмета. Минус хп, минус хп. Минус хп. Минус, минус, минус. Только... Там себя было. Так, я думаю, больше... Либо 4 слезы. Ладно, давай сюда сначала. Ну, типа, у меня так будет фул хп. А вот это мне не помешает. Скорость атаки. Скорость атаки всегда нужна. Так, заряжаемся. Унитаз вместе с нами. Ну все, вы можете хамана. Ух ты ж, ё-моё. Как я так попался? Как я так попался? Я к боссу пришел. Да, я пришел к боссу. Пипец, коридор какой. Это получается, еще магазин у нас есть. Блин, главное, что... Ладно. На один взрыв у меня есть, в принципе. Сильно, 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 сильно. Что у меня было? Ладно, вот сюда. Павел Тройбон. Минус автомат. Плюс взрыв. Плюс рандомное что-то там. Плюс рандомное что-то там, я забыл карточку. Надо маг. Ха-ха.
прокатился с ветерком. Огнем. Не понял. Магазин выше. Ну это хотя бы магазин с картой. Автомат. Так, плюс ключ. С чемпионом. Так, to item spawn is the item room. Это у нас что? Некрополис 2. Оп. Оп. Муха, надеюсь, ты меня не взорвешь. Потому что сколько раз это было, когда меня свои же мухи взорвали. Много. А я не знаю, что пойти. Куда пойдем? Куда пойдем? В рай давайте. Пойдем, так сказать, в мир стендов. Ключи у нас как раз есть. 6 штук. Так. Вниз, скорее всего. Так, у меня только один ключ. Блум. Блум. А. У вас помощник. А, я только могу одного иметь, что ли? Ну это глаз с бримстоном, поэтому он будет ваншотить почти. Да, ваншотит. Ух, я себе хорошего помощника нашел. Ну конечно, то, что они бессмертные, это плохо. Я не хочу себе просто понизить урон. Я могу себе очень сильно статы испортить из-за этого шприца. Глаз пропал.
уничтожили его. Сволочи. Ну сволочи, мой глаз. Так, вниз. Все дым. Ниже. Да? Ой, я их просто наступил. Даже так можем пойти. Нет, ну мы уже с вами согласились пойти в мир стендов, поэтому поехали. Ты опять тут появился, знаешь, тебя на улицу выгонял уже 3 раза. Как будто ко мне специально приходит. О, да ладно. Ну, все в порядке. Походу нет. Жаль, я бы его взял в нашу команду. Тогда мне направо, на самый верх. О, ну поехали. Это прикольно, такие. Плюс сердцем. Так. Что здесь у нас? Нет. Хотя... Давай. Ай. Это нет. Ага, здесь. Возьму, наверное, гарпи возьму. Ту-т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 у
Давай заряжаем удар. Плюс жизнь. О, за половинкой. Сильный. Так, телепортирует, телепортирует. А главное, мне дают обычного маленького. Рыбалка. Орбиталка, орбиталка. У-у, здорово. Здесь ты хороший помощник. Ай-яй, я тут так начинаю. А, то есть они на меня нападают. Фух, они хотят меня не взрывать, ладно. Ладно, это полезно, полезно, полезно. Ё-моё, всё, ну короче, нельзя кто-то терять. Это у меня плохо. Захотать сутки сбега. Делаем так. До
быстрее будет. Будет быстрее, быстрее, быстрее. Так, ну в принципе, ох, пробел заюзал, как быстро скорость пошла. Что, поехали. Стенд его разнес. И что мне за тебе дали? Ха-ха-ха. Головы и полет. Ну, в принципе, мы, понятное дело, что же выиграли. Не-не-не. Лучше это. Плюс скорость того. Давайте теперь попробуем убить сатанов. Войну. Давайте типа еще зайдем, посмотрим на всякий случай эти. Ой-ой-ой. А я сейчас такую ингу придумал, ё-моё. Сейчас покажу. Так. Чё, поехали. Если ты думаешь, это мне помешать, нет. Так. Минус. Легко. Изи, изи, мы прошли.
Ладно, давайте, короче, на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем. Пока мы, в принципе, выиграли с помощью Джорджа. Подожди, это не Джорджа, это Джокер. Подожди, дайте, как его правильно? Джосак. Ну, это, короче, предпоследний сезон. Сейчас же последний сезон про солнечного, типа. А это вот про... типа школьника, вот того, у которого еще прическа такая, как на батон, похоже. Поэтому всем пока.